Господи. Иду домой. У меня сегодня такой насыщенный день. Мы сегодня в 7 утра только приехали из Саратова. Опять я вам там не поснимала, но было некогда, на самом деле. Мы ездили в гости, нас приглашали на свадьбу. Вот. Туда ехали с подарками, обратно без. Вот. Но всем было как-то не до этого. Немножко я свадьбу поснимала, но я вам там вставлю во влоге. Вот. И, в общем, немножко дома приехали, часик полтора подремали. И вот сейчас я хожу, гуляю. Ну, как гуляю. Завтра у мужа день рождения, у моего Георгия Победоносца. Вот. И как-то у нас получилось из-за того, что вот из-за того, что друзья пригласили на свадьбу, у нас как бы в январе были непредвиденные траты на подарок. Плюс еще на билет. В общем, вот это все. И я не успела подготовиться. Поэтому в последний момент пошла искать ему подарок. Вот. И покажу вам, наверное. Не знаю. Может, сейчас покажу. А может, потом, если получится как-то скрытно от него снять. Потому что он должен быть уже дома, а подарок должен быть сюрпризом. Вот, поэтому ездила, сначала в один электронный магазин электроники, потом в другой. В итоге выбрала Эльдорадо. Оказалось, у меня на карточке 1500 бонусов. Вот. И получилось, что у меня вышла скидка 30% на покупку. Вот. Потом еще зашла в Леонардо. Мне надо было кое-что докупить. По мелочи тоже. Там сейчас скидка. Иду с пакетом. Там сейчас скидка идет на бисер Златка. Неделя бисера. И идут именно Златка по желтым ценникам. Вот. Чтобы они так на бисер Тоха сделали скидку. Потому что там такие цены на Тоха. Ну, я в Леонардо не люблю ходить. Он дорогой. Но это нужно было кое-что прикупить для наборов. Вот. Кое-что нужно было для магазина. Так что такие дела. Вот. И я, в общем, решила, что я сегодня пешком. Поэтому я из дома пешком до магазина. А, еще забрала доставку этого. Забрала товар тоже для наборов своих. Вот, потом пошла уже в электронный магазин. Магазин электроники. Вот, потом уже пешком обратно домой. Сейчас еще вот надо хлеб зайти купить. Вот, так что путешествую сегодня, гуляю. Свежим воздухом дышу. Такие пироги. Вот. В кадр пока не хочу, а то я не выспавшаяся. Потом с вами увидимся. Так, ну что, друзья, в общем, вот такой вот выбрала подарок. Час, наверное, целый стояла в магазине, выбирала, разглядывала. Вот, в общем, мы такой вариант рассматривали. Вот. И, в общем-то, мне показался такой наборчик очень удобный, выгодный. И вот именно с такими сетчатыми насадочками. И это как бы удобнее именно для короткой щетины. Вот. И также можно и волосы, допустим, бакенбарды подравнивать, усы вот насадкой и
в носу, так сказать, и в ушах, в общем, у кого где что есть. В общем, такой набор. Вот, сейчас посмотрю, может быть, есть пакетик у меня. В пакетик какой-то положить, потому что упаковки красивой уже нету. Вот, посмотрю сейчас, если получится, то упакую. Вот, еще забрала заказ Simoland нитки для моих наборов. Так, еще зашла в Леонардо, я вам говорила. Мне для набора не хватает материалов. Я сейчас собираю такие рукодельные наборчики. Вот, в общем, много новостей, пока не буду вам все рассказывать. Вот, в общем, все расскажу в процессе. В общем, докупила вот такие нитки для набора. Для наборов купила стеклярус. Ой, да, стеклярус, по-моему, да, называется. Да, стеклярус длинный и бисер черный, и то черный, мелкий, глянцевый. А потом для брошки мне нужно было вот такой вот бисер для обшивки. Такой серебристый, прозрачный. И также еще одна идея у меня есть. Купила такой вот перламутровый, но вам не видно почему-то. Он немножко бензиновым отливает. Такой прозрачный бисер. Значит, красный. Вот. Потом красный с серебристым отливом. Такой вот. Ну, тоже вам почему-то не видно. И такой же красный с таким каким-то перламутрово-бензиновым тоже отливом. Почему-то у вас отлив этот не видно. Вот. И, в общем, на эту златку вот были желтые ценники. Вот. И еще в магазине уже на кассе взяла вот такой вот бесплатный каталог. Они там всегда бывают. Иногда большой выбор, иногда вот только один такой. И здесь прикольно то, что есть и мастер-класс, и какие-то идеи можно позаимствовать. Вот. И прям вот материалы какие-то, и исполнение. И с детками можно что-то делать. Вот, так что интересные здесь всякие варианты. Разные причем. И вышивка, и игрушка, и лепка. В общем, интересные такие каталоги и абсолютно бесплатные. Вот это новогодний за 23-24 Новый год. Вот, так что, в общем, такие у меня покупочки. Подарочек упаковала. Такой вот. Получился. Из кусочков бумаги упаковочной. Вечером буду дарить. Кстати говоря, ссылку вам оставлю на него. Нашла его в интернете. Это в стационарном магазине покупала. Но его можно и в интернете. Он точно так же стоит. Цена точно такая же. Вот, но мне он вышел дешевле на 30%. Ссылочку в описании оставлю.